Приближаются новогодние праздники, и по традиции каждый год в конце декабря в Люберцах открывается елка главы. Во время театрализованного представления маленькие люберчане встретились с любимыми сказочными героями. В зимнюю атмосферу праздника окунулись и мы. Зайка, привет! Я символ 2022 года, и все самое-самое хорошее теперь я передаю тебе. А я это вдвое приумножу. С Новым годом! Приближается время чудес и волшебства. На елку мальчишки и девчонки пришли в карнавальных костюмах. И каждый ребенок сегодня в предвкушении праздника. Я жду от этого представления положительные эмоции, яркие картинки. Я хочу, чтобы Дедушка Мороз нас поздравил. Жду новогоднего чуда и Дедушка Мороза. Перед началом новогодней сказки ребята поучаствовали в интерактивной игре. Вместе с тигром, зайчиком и снеговиком пел и танцевал весь зал. И, конечно, все с замиранием сердца ждали начала представления. Открывается занавес, сказка начинается. Добрый путь! Муниципальную елку «Волшебная книга Деда Мороза» посетили более 1000 люберчан. Это дети участников СВО, ребята из многодетных семей и другие льготные категории граждан. После представления каждый получил сладкий новогодний подарок. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.